Последняя стоянка дока. Режиссер Джек Хана. Художники Рой Дженкинс, Эл Коу, сценарист Эл Бертино и Дик Кинни. Композитор Юджин Поддани. Продюсер Уолтер Ланс. Во времена освоения Дикого Запада наиболее важными винтиками в деле спроса и предложения являлись бродячие торговцы, предшественники и прародители современных универмагов и супермаркетов. Эти отважные пионеры всегда были готовы услужить утомленным путникам. Шевелись, Чемп. Конечка! Эй, док, клиенты! А да, налетай, народ! Без покупки никто не уйдет, налетай, торопись! Там индейская деревня, прям по курсу. Вы въезжаете в деревню скальпов. Что ж, Чемп, прекрасная возможность распродать все товары. Шевелись, Чемп! Иго-го, конюшка. Вот и первая остановка. Ты прав, Чемп. А, милая барышня, вы не желаете ли... Нет. Но, милые барышни, вы еще не видели. Покупаю. Благодарю, барышня. Торговцам вход воспрещен. Эй, док, ты что угодно можешь продать. Вождь Дождик врыла. Вождюля, где ты? Дождь, перестань. А какой прогноз погоды, вождь? Сегодня дождь, и завтра дождь, и опять врыла. А на случай дождя у меня есть славный зонтик. Мне первый раз в жизни сухой, моя беру. И еще один довольный клиент. Так, Чем, давай к тому небоскребу. Сделаем 50 продаж, не сходя с места. О, добрый человек, в чем у тебя нужда? Кастрюли, вешалки, штаны, рубахи? Моя надо только скво. О, добрый человек. Моя надо скво. Моя хорошо платить. Ничего себе, нефтяная буровая. Столько хватит. Чемп, мы должны достать ему скво. Док, где тут ее возьмешь? А ну, повтори. Возьмешь? Док, ты че, пусти, больно же, что ты делаешь? Эй, это же девчоночье платье. А это что? Скажи прю. Пру. Фу. За мной, красавица. Вождь, позвольте вам представить Чемпито. Гадость. Гадость? Гадость и пакость. Гадость и пакость? На себя посмотри! Спокойно, Чемп. Тут нужна особая стратегия. Индейский зов любви. Что это с ним? Ну что, вождь? Заметано. А что он продает-то? Кто это ути-ути? Чемпито? Док, спаси, помоги! Эй, док, он думает, что я девчонка. Это действие лосьона «Аромат любви». Чемпито! Ути-ути!
Худи-худи-худи. Док, на помощь! Тысяча один. Док! Тысяча два, тысяча три. Что происходит? Твоя не видать скво вот такого роста. Ух ты, дрянь. Это скво для юнцов. А ты, штучка, что надо? Я все объясню. Спасите, помогите, Чемп, спаси на помощь! Док может продать все, что угодно. Конец.